Звуки слов любви, чтоб я сердцем мог понять. Звуки слов, тайну слов любви. Песнь любви поется, к небу дух взнесется. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Сам Спаситель в мир принес звуки слов любви, и гласят в утеху слез звуки слов любви. Песнь любви вещает, грешный Бог прощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Образ совершенный, 31. Образ совершенный любви и чистоты, Спаситель, Царь смиренный, пример мой вечный ты. Лик венце тернова хочу душой взирать, хочу делами словом тебе лишь подражать. Хочу твои слова я лишь жизни повторять. Хочу, благословляя, врагам моим прощать. Хочу за них молиться, как ты молил о них. Хочу, как ты, смириться среди сынов земных. Во всем хочу тебе я, Спаситель, подражать. Но мне всего милее в тебе лишь пребывать. Хочу в тебе одетый, ходить в тебе одном, чтоб виден был везде ты, чтоб ты сиял кругом. В тебе прибыть желаю, к тебе хочу прильнуть, но лучше умоляю, ты сам во мне прибудь. Тогда мое сознание наполнит образ твой, и я твое создание навек сольюсь с тобой. Тогда уж не порывом, а каждый миг земной в общении счастливом я буду жить с тобой. Засветит неземное снаружи и внутри, погаснет я плотское в лучах твоей зари. Я дал вам пример. Иоанна 13 глава, 15 стих. На эти слова составлено Писание. Так, ну что, убираем, приглашаем, начинаем. Молимся! Братья, молимтесь. Надо пригласить их.
Я пойду. Пригласи, брат. А мы давайте с вами соберем пока. Сестра Галина. Давайте вот так раз. Только чтобы не по этой было. Нет, нет, не одинаково. Чтобы не одинаково? Вот, да, да, чтобы вот, вот так, как попало, да. Как попало, лишь бы не одинаково. Вот так. И теперь эту сюда закладываем. Эту сюда. Нет, нет, нет. Эту-то теперь сюда. Уже как попало сделали. А теперь вот эту пополам. Вот эту можно пополам. Вот так. Вот. Видите, у нас не попалины. Уже насогнутая. Все, теперь сворачивай. Сворачивай. Как свернете. А вы куда захотите, молодые христиане? Куда хотите, можете садиться. При этом у Христова цветущее племя. Не знаю, наверное. Рожденная в буре великой судьбой. Вас грозно встречаем в последнее время. Да как где все так? Я не пойму. Сейчас, Миша, они там. Зовет на последний решительный. Господи, помилуй. Бой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой, стеною стальною полки боевые. Неверье ведет к вам на лютую брань, сомкните ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Сможешь на гитаре? Сомкните ж теснее ряды молодые, в решительной... Как посмотрю, они девчонки. Какой там ряды молодые? Надо, чтобы вот, вот были со щитами. Ну, где? Ну, девчонки тоже могут, в принципе. Сестры. Сестры много сделали.